Растаможить машину, поставить на учет и получить номер за 15 минут. Россиянам такое и не снилось, а вот для Грузии это уже обычное дело. В ходе полицейской реформы здесь упразднили госавтоинспекцию. На дорогах ее функции выполняет полицейский патруль. А всю бумажную работу на себя взяло сервисное агентство МВД. Вот сейчас я проконсультировался. Буквально через 5 минут, 10 минут мне обещали предоставить свое удостоверение личности и плюс водительские права. Автомобилисты со стажем не скрывают, раньше, чтобы быстро получить права, приходилось искать своего человека в ГАИ. Взятки были обычным делом. Сегодня, если документы в порядке, новое водительское удостоверение выдают в момент обращения. Оперативность стала дополнительным средством борьбы с коррупцией. Но если можно получить за 5 минут права, ну за какой дурак подойдет и сказать, что давай за 3 минуты делай право. Торговля красивыми номерами теперь легально поставлена на поток. Проверить, не занят ли интересующий знак, и сразу его оплатить можно через терминалы, причем не только в агентстве, но и в городе. Номер с двумя одинаковыми цифрами теперь стоит 60 евро. Из 7 одинаковых или в виде женского имени – 6 тысяч. Все доходы исключительно в казну. Есть такой номер? Есть такой номер, и это стоит 700 лари, это 500 долларов. В ближайшем будущем доступных сервисов будет еще больше, уверяют сотрудники агентства, ведь их главная задача – создать службу, которая будет полезной и удобной для людей.